Поехали. Хочу это видеть. Надеюсь, что-то классное. Какой-нибудь экшончик там, а? Что-нибудь такое особенное, крутое. И за Зератова наконец поиграем, да? О, да, точно, мы поиграем за Зератова. Если судить по подсказке. Владыка! Храм проникли чужаки. Вскоре они будут здесь. Чай замочит их. Запечатайте проход. Я свяжусь с повелителем. Как прикажет клинок Амуна. Где все запечатать, да запечатать. Зератул, Талдарины пошли в контратаку. На наши войска нападают гибриды. Тебе удалось проникнуть в храм? Да, однако вход в него запечатан. Похоже, Талдаримы подозревают, что к ним вторглись. Мои тамплиеры сражаются с противником. Вам придется продвигаться дальше самим. Я постараюсь отслеживать ваши передвижения. И зачем это? Воины, мы должны прорваться. Судьба галактики в наших руках. Ты обращаешься ко мне? Эй, а что такой слабый урон? Вроде сотка была. Очень разумно. Отправьте этих неверных в пустоту! Меня ждут силовые поля. Нам придется использовать скачок. Ох, Салок. Слава перворожденным. Эн-Арудин Раджакал. Эн-Арудин. Кассе, энергию восстанавливаю, да? Серьезно? Ладно, сюда пойдем. Идите. Это будет долго, это. Я следую своему предку, Жозак Мокну. Меня ждет. Я изгоню демонов. Ты обращаешься к... Ништяк. Застреньте же. Фотонная пушка может меня обнаружить. Но доспех пустоты укроет нас от ее выстрелов. Противосмездие, Вераку. Мы крадущиеся тени. Меня ждет искупление. Шозак мокнул. Бессмертный. Одного теневого удара будет достаточно, чтобы с ним справиться. Нифига! Это, в принципе, убийство любой единицы. Тебе вечно. Хорошо. Талдаримы укрепили храм противовоздушными пушками. Зератул, уничтожь их, и я смогу выслать тебе подкрепление. Ко мне. Судаш Салок. Айор возродится. Я служу во имя Айора. Моя ноша не посильна. Меня ждет искупление. Я след... Прекрасно. Высылаю подкрепление. Нет. Я верен тебе. Я здесь,
среди теней. Так, на серд чутка больше сталкеров. Пусто. Я изгоню, ты обращаешься ко мне. Гибрид, один теневой удар, и с тобой покончено, чудовище. Тени. Если бы так все просто было. Я сердце тьмы. Моя ноша непосильна. Я ощущаю впереди наблюдателя. Он раскроет мое присутствие. Нужно обойти его стороной. Ну вот. Нет. Мои навыки. Я изгоню демона в прошлом. Что за хмок? Пустота. Потеряли мы наше подкрепление. Меня ждет искупление. Лучше буду действовать так. Я служу во имя Айн. Ты обращаешься ко мне? Я сердце тьмы. Моя ноша непосильна. Мы едим. Что за кнок был? Хорошо. Я изгоню демонов прошлого. Меня ждет так, искупление. Надо вот так вот аккуратненько пройти. Да ладно! Моя ноша непосильна. Меня ждет искупление. Ты, я изгоню тебя. Так, хорошо, нормально. Не дайте неразиму пройти дальше. Вот портреты раньше были, когда они делись, а? Впереди нас ждет еще одна пушка Талдаримов. Моя миссия под угрозой. Легко. Я не буду. Что за кнок был? Пустота. Меня ждет искупление. Я искренне. Я вижу, вы уничтожили еще одну пушку. Прекрасно. Мои войска уже в пути. Идет искупление. Спасибо. Моя ноша. Седерплава. Ты обращаешься ко мне? Я изгоню демонов прошлого. Исследовали. А дальше что? Отсюда хорошо видно главный зал. Вероятно, там и находится Малаш. Но болото и спена не дадут туда пробраться. Тираны не справились со своей задачей и позволили чужакам найти храм. Наш великий план в опасности. Не поддавайся страху, Малаш. Освобождение близится. Вскоре ваша вселенная будет очищена от страданий. Готовь свой народ к войне и жди моей команды. Будет выполнено. Прям так слепо веришь в смерть всего? Амун ведет Талдаримов к войне. Мы опоздали.
Надежда еще жива, Зератул. Это устройство. С его помощью Талдаримы общаются с Амуном. Да. Его уничтожение задержит войска Амуна. А у нас появится достаточно времени на то, чтобы предупредить Артаниса. Так мы и поступим. Еще такие, ну а время, давай, поторапливайся, ёпта, поторапливайся, сказал. Я чувствую присутствие темного прилата. Найдите его. Хорошо, хорошо, хорошо. Шозак мокнул. Крадущийся тень. Мы едины. Меня ждет искуп. Ёпта! Шозак мокнул. Вовремя. Моя ноша. Мощь избранных да обрушится на вас. Толку будет больше, все равно скиллы не применяем. Нам нужна цель. Слияние завершено. Черт, жестко поимели меня. Жизнь соповелителя. Моя ноша непосильна. Эн-Арудин Рыжак. Я изгоню демона. Нет, тихо! Истребить их! Шозак, слишком мало здоровья. Ты обращаешься ко мне? Да ё-моё, ещё архонтом двум позволил вылупиться. Меня ждет искупление. Я верю в тебя. Все, нафиг. Честь идет. Шозак мокнул. Меня мой. Эта пушка должна быть последней. Я изгоню демонов прошлого. Я служу во имя Айюра. Эн-Арудин Раджакал. Айюр возродится. Я следую с моей... Ты обращаешься ко мне. Надо бы отхилиться. Больно очень, очень больно. Эн-Арудин Раджакал. Ни секунды без боя. Мои навыки. Шозак мокнул. Слава. Она не увеличивает, она восстанавливает 100 энергии. В общем. А нет, а, увеличивает. Ты обращаешься ко мне. Да, правильно все. Шозак мокнул. Меня ждет мой. Я изгоню. Что ты придумал? Моя. Ты уничтожил все нейтронные пушки. И теперь я могу выслать тебе остаток наших воинов. Сражайтесь с честью, братья. Вот лох. Мы сосредоточены. Да блин, че экран моргает, а? Моя ноша не посильна. Что за херня творится вообще? Нет, 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 нет. Шозак мокнул. Идите, идиоты. Ты обращаешься. Шозак мокнул. Я изгоню демонов. Меня ждет искупление. Ты обращаешься ко мне. Моя ноша. Это было круто.
мастерски выманил. Я изгоню демонов прошлого. Заманчиво. Мы... Я чувствую здесь присутствие великой силы. Этот храм словно непосредственно связан с пустотой. Наконец-то мы загнали тебя в угол, Нерази. Алдаримы, истинный бог требует его смерти. Не подведите его. Окей. Я не буду служить тебе вечно. Ё-моё. Чё я творю, а? Очень разумно. Моя ноша, ты обращаешься ко мне. Тихо, тихо, тихо! Я служу. Меня ждёт искушение. Никого не осталось. Дело сделано. Талдаримы больше не смогут получать указания Амуна. Да откуда ты знаешь-то, а? Еще как смогут, уверен я. Что-то происходит. Я чувствую сильный выброс энергии пустоты. Зератул. Найди ключ, что дарует вам надежду. Тассанар? Как это возможно? Талис, мне было видение. Я нашел путь к нашему спасению. Ключик. Лишь я способен спасти вас. Я положу конец вашим страданиям. Амун разрушает храм. Мне нужно уходить. Теперь вернитесь назад. О, да, вернитесь я назад. Чё-то мне это дико знакомо. Вошли внутрь храма, и здесь сдерживаем натиск Талдаримов. Немедленно выдвигайся к нам. Уже в пути. Хорошо. Будь по-твоему. Заманчиво. Проход обвалился. Мне придется найти другой выход. Оставь свой бесцельный поход. Он лишь продлевает ваши страдания. Огорись и позволь мне подарить тебе свободу. Черт, черт, черт. Моя ноша не... Я изгоню демонов прошлого. Почти выбрались. Эн-Арудин Жакал. Сундаш Салом. Хвала богам. Этот проход уцелел. Талис, я уже близко. Да блин, беги куда-нибудь, твою мать. Блин, я не заметил это. Черт, почти выбрался. С первого раза четко все шло. Нет. Ладно. С
ждете возмездия. Мы с воинами вошли внутрь храма и здесь сдерживаем натиск Талдаримов. Немедленно выдвигайся к нам. Уже в пути. Буду служить тебе вечно. Крадущиеся тени. Проход обвалился. Мне придется найти другой выход. Оставь свой бесцельный поход. Он лишь продлевает ваши страдания. Подарись и позволь мне подарить тебе свободу. Идет меня. Слава перворожденному. Я верен тебе. Я служу во имя. Хвала богам. Этот проход уцелел. Талис, беги, блин! Я уже близко. Скорее, Зератул. Я вижу, ты уже рядом. Ладно! От чего он сдох сейчас хоть? Ах, черт, а. Так. Вошли внутрь храма. Зератул, конечно же, не смог ты пышнуться. Вот твох, а! Лошище полное, лошище! Ой, простите. Не то загрузил. Храма. И здесь сдерживаем натиск Талдаримов. Немедленно выдвигайся к нам. Уже в пути. Хорошо. Проход обвалился. Мне придется найти другой выход. Оставь свой бесцельный поход. Он лишь продлевает ваши страдания. Подарись и позволь мне подарить тебе свободу. Твою мать, беги, беги! Скорее, Зератул! Я вижу, ты уже рядом! Я следую своему призванию. Ура! Времени, Зератул! Уходи скорее! Я задержу Талдаримов! Должен быть другой выход! Ступай! Немедли! И расскажи иерарху о том, что произошло здесь сегодня. Отлично. Хоть эпичный ролик какой-нибудь показали бы. Наш народ перед тобой в неоплатном долгу. Зайор! Так, что тут у нас? А я сколько уничтожил? А, одного не хватило, серьезно!
Так, давай дальше. Покажите нам что-нибудь. Наконец-то пророчество исполнилось. Что в этом хорошего? Лишь принеся великую жертву, мы обрели надежду. Видение, неспосланное нам Зелнага, поможет предотвратить наше полное истребление. Я должен вернуться к своему народу. Они не одобрят моих действий, но я предстану перед их судом. Я заставлю их понять. Только Артанис, юный иерарх, может объединить наш разобщенный народ, пока гнев Амуна не захлестнул всю галактику. И это все даже часа. Я думал, хотя бы там полтора-два часа будет идти кампания. Тут максимум час я потратил на прохождение. То можно гораздо быстрее пройти каждую миссию по 10 минут. Ну, последняя чуть больше, минут 20-30 так. Ну, что я могу сказать? Первая миссия. Ну, ладно, вторая миссия. Ладно, третья миссия взята из третьей главы The Frozen Throne третьего Варкрафта. Прям в точности взята, должен сказать. В точности. Вот присмотритесь обязательно. Мы идем, доходим до этого какого-то... Короче, вы поняли, кого, кто там, как его звали, через тире, не помню. Доходим до этого храма. Считайте, что вместо вот этого главного Таударимцев стоит Элидашка, использует силу черепа Гул'дана, все нафиг рушится, просыпается этот Амун, и начинается с Деметриаска разрушение храма, в точности как во Frozen Throne. Блин, Близзарды, что с вами? Мне не понравилось это максимум на 6 из 10 то, что я вот сейчас сыграл. Ну, сюжета мало, вообще практически нет. Это просто три карты с озвучкой. Все. Ничего особого нету тут в этом. И даже на ветеране нелегко проходится очень даже. Наверное, надо было эксперта брать, учитывая то, как легко. Наверное, так сделаю, может. Я надеюсь, что Legacy of the Void не будет такой ужасной, как это. Но поиграть хотелось, я поиграл. Немного получил того, что хотел, но не совсем того, что хотел. Еще я то ли бета, то ли еще она дико баганная, лаганная, мерцает сейчас экран. Я не знаю, из-за чего это, ни в одной игре никогда такого не было. И вдруг внезапно, именно сегодня, именно сейчас, вот эта херня происходит. Ну, а так я еще получил также доступ к бете StarCraft Legacy of the Void. И сами понимаете, что я могу играть в обычную свою игру, но это я буду делать вряд ли, поскольку я ни черта играть не умею по сети, но я даже не знаю, ни у кого из моих друзей беты нет тут, чтобы сыграть, так что вряд ли вы увидите какие-то летсплеи по мультиплееру Legacy of the Void в бетке. Поэтому я пока все. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, добавляйте видео в избранное, также делитесь им. В общем, это все. С вами был я, Павел Первый. Всем пока.